26 июня в прямом эфире президент России Владимир Путин встретился с участниками акции «Мы вместе». Одной из площадок стал коворкинг «РУДН». Организаторы акции и наши волонтеры из Албании, Бангладеш, Гвинеи, Нигерии, Китая, Колумбии и России вышли в эфир телеканала «Россия-24». С апреля по май 2020 года 70 волонтеров РУДН выполнили 689 заказов продуктов питания. Благодаря ребятам необходимую помощь получили 375 человек. Волонтеры отвечали на звонки горячей линии, ординаторы старших курсов проводили онлайн-консультации. Периодически в день приходилось выполнять по 50 заказов. Во время карантина нас помощь была принять заказы людей, которые не могли ходить на улицу, потому что у них не разрешено или у них большой возраст. Мы купили лекарства, продукты, все сами отнесем их дома. Я бы очень захотела помочь людям, которые они приболели сразу. И после этого я поняла, что у меня страха не было. И поэтому я продолжала дальше помогать и не останавливать. Самое сложное – это количество заказов. И за то, что все должно быть в безопасном режиме. И надеть перчатки каждый день и маски. Название лекарства уже как будто знакомы, за то, что я фармацевт, это уже знакомые вещи. Когда я сказал маме, что я хотел помогать людям, и она сказала, не надо ходить на улицу, что-то делать, сиди дома, что-то. Но я сказал ей, что для меня самое важное, это когда у нас есть отношения с людьми, и чтобы помогать, если есть возможности. Во время прямого эфира с президентом РФ волонтеры выступили с инициативой учредить международную премию «Мы вместе» и вручать ее за вклад в решение глобальных проблем. Владимир Путин поддержал идею.